«Динамо» не самая лучшая. Казалось бы, все идет хорошо, но без ошибок не обходится все-таки. «Динамо» Казань уступила «Уралочке» серии за бронзовые медали. Доводка. И Татьяна не сплоховала здесь. Анна Котикова. Застает врасплох своих соперников. Здесь первый темп казанской команды. Еще один мяч вколачивает на сторону своего соперника. Анна Котикова завершила этот розыгрыш.